Приветствую вас, дорогие подписчики. Вот, перенесли нагретый котел или камеру дожили. Соединили ее к газогенератору. Установили горелку. Сварили подачу воды. Спускник. Дренаж, обратку, срывной клапан, осталось трубу на уходящие газы, 6-метровую, вот, а вот этот сам газогенератор, 500-ка, загруженный торфяными брикетами. Вот он будет краситься термоизоляционной краской. Вот. Потом пойдет разводка в само здание на отопление, на теплопомп. Ну и будем во вторник, наверное, пробовать запускаться, выходить на рабочий режим уже с обвязкой котла. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.